Всем привет, ребят, с вами Андрей. Так, в этом видео мы поговорим про мою пассивную программу, пассивный заработок через Forex. Называется Forex Automation. Что-то другое, что-то новенькое, не Amazon. Поэтому смотрите это видео до конца, ребят. Как зарабатывать с 10-30% ежемесячно. Я вам сейчас объясню, расскажу и что мы, собственно, предлагаем, предоставляем для наших партнеров, для наших клиентов. Немножко предыстории, ребят. Запустил я эту программу еще в октябре 2021 года. Поэтому вы, скорее всего, это видео видите. Я его запущу, скорее всего, в ноябре 2022 года. Мы уже как год и один месяц действуем, работаем, предоставляем эту automation программу для наших клиентов. Вот, это партнерская моя программа, не моя личная, соответственно, я не трейдер, я ни в коем случае не заявляю, что я разбираюсь в трейдинге, я торгую на Форексе, хотя я имел собственный опыт и с бинарными опционами и так далее. Это было очень давно. Опять же, я в этом, в принципе, особо не разбираюсь, но я предоставляю эту партнерскую программу, потому что мой хороший партнер имеет 5 плюс лет опыта в трейдинг-индустрии. Соответственно, мы решили запартнериться, и мы решили вместе предоставлять данную automation программу для тех, кто хочет пассивно зарабатывать деньги в интернете, просто инвестируя. В чем подвох? Звучит как какой-то там, может быть, лохотрон, либо так далее. Ну, ребят, вы знаете, что я не рекламирую говно, будем прямо выражаться. Я в e-коммерции уже с 2013 года, занимаюсь только e-коммерцией, занимаюсь Амазоном, занимался eBay'ем. Вот, соответственно, только торгую товарами, но еще, если я что-то еще рекомендую, если я что-то говорю, то это проверено лично мною, и, соответственно, проверено уже годом плюс ведение аккаунтов наших клиентов, которые сейчас с нами зарабатывают, наши партнеры. У нас сейчас порядком 25-30 клиентов на постоянной основе, которые просто имеют пассивный доход. Как это работает, ребят? Вы инвестируете в нашу программу, вы ничего нам не платите, вы не платите нам там 10-20-30 тысяч долларов, ничего такого, да? Вы инвестируете в свой трейдинг-аккаунт, в своего брокера, вы просто инвестируете средства, и мы инсталируем вам, запускаем нашего трейдинг-бота, который мы, собственно, сами изобрели с нашими алгоритмами и так далее. Опять же, и мы не продаем систему, мы не рассказываем, как это все происходит. Вы просто инвестируете и смотрите, как вы зарабатываете от 10-30% ежемесячно. Какой подвох? Вы нам платите комиссию, соответственно, мы получаем комиссию с вас. В зависимости от того, на каком депозите вы начали. То есть можно сейчас, на данный момент, когда я записываю это видео, можно начать с 5000 долларов. А вообще минимальный вход 10 тысяч долларов, десятка. Был все время, но мы сейчас немножко снизили планку, чтобы помочь людям, так сказать, что кто хочет зайти на 5000 долларов и так далее. То есть, если у вас нету средств, вы можете выходить из этого видео прямо сейчас. Это программа для инвесторов. Я записываю видео для того, чтобы вы понимали, как это работает. Вот. Вы просто инвестируете, зарабатываете, да? Если у вас больше депозит, мы снижаем нашу комиссию. Мы берем комиссию с вашей прибыли. Это наша оплата. Чтобы вы понимали, естественно, в этом наш интерес. И интерес, естественно, ваш в том, что мы предоставляем для вас секреты, предоставляем для вас трейдинг-роботы, которые изобрели мои партнеры, которые зарабатывают на этом деньги уже очень давно. Чтобы вы понимали, Форекс, трейдинг, биржа, опять же, торговля валютами, металлами и так далее, это рабочая лошадка. Она всегда работала и будет работать, это никуда не уйдет. Мы даже пережили все эти события, которые были за последний год. Вы наверняка знаете, про что я говорю, и понимаете, просто все пережили. У нас, опять же, максимально консервативные сейчас настройки, максимально все заточено для того, чтобы люди зарабатывали деньги. Да, у нас процент понизился за этот год, но куда без этого, вы сами понимаете, там, может быть, раньше мы в среднем зарабатывали от 20, может быть, там, стабильно 30, сейчас варьируется все от 10-20%. Но, опять же, бывают месяца, когда мы зарабатываем больше. Поэтому декларируем от 10-30% ежемесячно на ваши средства. В общем, так это все и работает. Ребят, я не буду разглагольствовать слишком много, я просто вам скажу, что ссылочки внизу будут оставлены на наш Automation Telegram-канал по Форексу. Можете посмотреть, там внизу в описании будет, да. Переходите, там будет информация. Это канал на английском языке, кстати, да. Вы можете, там будет инструкция, как написать мне лично, запросить пошаговый PDF-файл на нашу программу по Forex Automation на русском языке, я вам ее пришлю. Кстати, мой партнер русскоязычный, мы предоставляем сервис на русском, на английском языке, чтобы вы понимали, да? Вот, поэтому можете запросить PDF-файл, я вам пришлю, посмотрите, какие проценты, какие таблицы, что конкретно, там будет также результат наших учеников. Также в скором времени, возможно, даже с запуском этого видео, у нас будет сайт на данную automation программу, чтобы вы понимали. Вот. И если вас интересует пассивный заработок, ребят, просто пишите мне лично, я вам скину информацию, пишите Forex, там, не знаю, там, automation, что хотите. Вот. Поверх всего, ребят, у меня есть также Amazon Automation, вы это знаете, ребят, ссылочки будут внизу под этим видео, где мы делаем товарный бизнес под ключ Amazon Automation.
у меня также есть мое обучение и так далее. Ну, вы знаете, ребят, я в коммерции, я в товарке, всегда этим занимался и буду заниматься, это никуда не уйдет и не уходит, но также я рекомендую то, что на самом деле работает. Фуфла вы от меня можете не ждать, так сказать. Ну, это просто не будет, это невозможно, ребята, все проверено. Вот, и я лично на себе, на своих аккаунтах тестирую все, и как это все работает. И опять же, я работаю только с людьми, которые предоставляют качественный сервис и, самое главное, отвечают за свое слово. Вот, поэтому как так, ребят, все ссылочки будут внизу, если вас заинтересовала данная программа, пишите, если вы инвестор, если у вас есть средства, конечно, если у вас больше средств, мы будем более заинтересованы работать с вами, да, потому что у нас куча людей, которые нам пишут ежедневно, это не только русскоязычная, англоязычная аудитория, прежде всего, потому что проект рекламируется также на англоязычную аудиторию, вот, и опять же, мы тоже выбираем, потому что у нас не безграничный штаб людей, которые контролируют все эти аккаунты и так далее. Вот. И если у вас больше средств, то welcome, это будет супер для вас и для нас. Вы платите меньше комиссию, мы также зарабатываем тоже больше с вас, потому что у вас больше оборот, у вас больше средств, соответственно, можете сделать больше ROI на ваши инвестиции. Ну, в общем, как-то так, ребят. Поэтому все. В принципе, пишите, ссылочки будут все внизу. Это было про Forex Automation. И уже тогда до следующего видео. Всем пока.